Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня мы с Володей Блеском собрались на работу. Решил со мной пойти. Я ему говорю: Володь, что ты вдруг со мной на работу? Езжай по городу, развлечешься. Да ну, Николаевич, не хочу. Надоело. Поеду сегодня с тобой в Ашан, наверное. Ты же говорил мне вчера вечером, что поедешь после работы. Ну да, я там поеду. А ты-то что со мной? Что, в Москве торговых центров мало, что ли? Да там-то их много, но хочу в Барнауле побывать. Ну, ясно. Ну, я на троллейбусе. А вот. Ты-то пойми. Ты, наверное, уже лет 30 на троллейбусах не ездил, дружок ты мой, ситный. Ну да, не ездил. А что сделаешь? Ну, персональное такси я тебе заказывать, скажем, не буду. А если хочешь, сам себе заказывай. А не, я с тобой поеду. Дождемся тролля. Ну вот, тролль, но это не наш. Номер один он тут ездит у нас. А нам на семерке, Вал. Значит, семерку будем ждать. Как они у вас там бывают? Нормально? Нормально, не переживай. Вон она, семерка идет. Ну тогда едем. Прием на семерке. О, это, наверное, как ВАЗ-2107. Не знаю, как ВАЗ-2107, у меня проездной. Все, поехали. Хватит.